Всем привет, интернет, это снова вы, снова я, и у нас сегодня, правильно, снова вскрытие санкционных товаров из Америки, если быть точнее, из американского eBay, санкционных товаров ваших, тех, которые я выкупаю и привожу в Россию для вас благодаря своим возможностям. Поэтому, да, намек вы поняли. Кому надо что-то купить в американских и европейских интернет-магазинах, пожалуйста, все мои контакты внизу в описании под видео. Идете, пишите мне, скидывайте ссылки, и я посмотрю, чем я смогу вам помочь. Вот United States Post Service, посылочка из Америки, если быть точнее, с eBay, на котором я купил своему заказчику. Посмотрите, какие вах-вах-вах-вах. Бархатные тяги. Тяги демисезонные, тяги натовские, тяги не то что двойного, а прямого назначения, поэтому санкциями запрещены к продаже россиянам и вывозу в Российскую Федерацию. Но мы на то здесь и сидим, чтобы санкции обходить. В общем, не новые, ну как они, бывшие во владении, вот так они обычно указываются у америкосов, но тут действительно, посмотрите, в каком состоянии. В состоянии, как будто просто стояли на полочке. Ну, пару раз одели, примерили, все, и нам продали. Уезжают к своему довольному заказчику. Made in USA, ребятушки, не хухры-мухры. BellyWellyBoots.com. Вроде как контора делает прямо это для их вояк ботики. Но никуда они, кстати, не уезжают. Товарищ, который их заказал, находится со мной в одном городе. Поэтому я ему позвоню, он приедет и заберет. А вот следующие две посылки уедут к одному из заказчиков. В первой посылке абсолютно санкционный товар. Несмотря на то, что это всего лишь ручки переключения сцепления, да, и тормозов, и что они там переключают на мотоцикле, на Honda Shadow, тем не менее, это мотозапчасти, поэтому санкционочка. В коробку еще можно ручки запихать. На этот же мотоцикл, как я понял, это уже вещь не новая, это вещь БО, это было указано на eBay. Фара, поворотник или нет, или стоп-сигнал красный, но не суть. Суть в том, что санкционка, запрещенная к продаже и вывозу из Америки в Россию. И несмотря на это, она у нас. Санкции благополучно прокручены на подъемнике. Товары куплены, доставлены, отправляются к своим счастливым будущим обладателям. На этом все. Если что-то кому-то нужно, вы поняли, пишите мне по ссылкам в описании, скидывайте свои ссылки. Там группа во ВКонтакте, там аккаунт мой в Авито, объявление с отзывами, там канал в Телеграме. Можете почитать, посмотреть, скинуть ссылки, я вам попробую помочь. На этом все, всем удачи, всем пока, до новых встреч.